Очередное обострение околоковидной шизы накрыло давеча кондукторку, которая мотается по кругу на автобусе с символическим номером 05 между Академом и Химашем, то есть в Екатеринбурге. Вот тут довольно непросто понять, что именно произошло в половине шестого вечера, когда довольно плотно напиханный 28-рублевиками автобус двигался в сторону Ботаники. Так что поясним. Кондукторка распустила руки и отвесила леща девушке, которая только что зашла в салон. Она была как бы в маске, но не по уставу. Та висела у нее под носом. Продавщицу бумажек это выбесило. Поначалу она совершенно справедливо сделала ей замечание и потребовала маску надеть, как полагается, закрыв нос. Тут она, конечно же, права. Но ситуация уже пошла под откос, так как, по свидетельству очевидцев, сделала она это в откровенно грубой форме. Более того, сопроводила слова действием уже на грани уголовщины. Она ударила девушку по лицу. В автобусе на пару секунд фактически разгорелась настоящая женская драка. Но граждане, которых в час пик было изрядно, одним своим количеством сделали ее невозможной. Тогда настал черед психовать уже пассажирке, справедливо возмущенной рукоприкладством, но, к сожалению, и она опустилась до мелкого хулиганства, выражая свое возмущение нецензурной бранью в общественном месте. В те редкие моменты, когда звучал исключительно литературный русский язык, пробивались лишь угрозы, да уговоры с целью успокоить девушку. Бедный водитель ради этого даже помянул Бога в суе, обращаясь к ней. В итоге девушка довольно скоро вышла, но, честно говоря, не хочется, чтобы вот именно на этом все дело и устаканилось. Кондукторка, которая бросается в драку на клиентов, дающих ей деньги, это нонсенс, ужас и капец в одной упаковке. И гнать ее надо тряпками, смоченными предварительно в унитазе.